Случайно снесли не тот дом. Ошибка подрядчика обернулась для жительницы Канаша неожиданным новосельем. Ломать, не строить. Парадоксальная ситуация произошла в Канаше. В декабре 2018 года к дому номер 9А по улице Зеленая подъехала спецтехника и начала сносить дом, который не был признан аварийным. Женщина с несовершеннолетним ребенком и пожилыми родителями, которым принадлежало хозяйство, на тот момент находилась в отъезде. Но оказалось, что подрядчик перепутал адрес. И на самом деле по документам должны были сносить соседний дом. Именно он был признан аварийным, и жильцов из него уже расселили. Судебную практику в России, по-моему, был один случай вот такой вот. И вот у нас второй произошел в городе Канаш. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы. Прокурорская проверка показала, что ее дом после всего произошедшего не пригоден для проживания. По решению суда ей вне очереди дали благоустроенное жилье в многоквартирном доме по улице Машиностроителей. В связи с тем, что администрация города Канаш не в полном объеме проконтролировала действия подрядчика, который выполнял работы по сносу аварийных домов на территории города Канаш, в администрацию города было внесено представление, которое было рассмотрено, удовлетворено, и виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас в Канаше 10 аварийных домов, жители которых ждут переселения. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика.